Всем привет, друзья! С вами Блицнакист. Да. Я опять начал снимать видео. Вы прикиньте, я проснулся. Да. Серы везде эти. Везде. Кстати, получается, чем дороже, тем... понятно. Да, я так и знал. Самое дорогое предложение. За 15 тысяч мы получаем 250. Так. А стоит ли вообще, если вы хотите получить танк? Да не, нафиг надо. Этот ивент донатерский. Запомните, вы его никогда не пройдете. Ну, если не будет баланс золота. Да, его нету. Окей. Качаемся до десятки дальше. Мы будем покупать орудия. Так, а это что за башня? У нас такое... А что? Я, короче, понял. Она, короче, будет вот так вот выглядеть, эта башенка. Чё-то мыльные они, что ли? Окей, копим на орудие. Потому что если мы накопим... Блин, я забыл кое-что. Бустеры. Установка. Погнали в бой. Ждем. Кстати, хочу рассказать кое-что. YouTube заблокировал 2 моих видео. А точнее, даже 3. Ладно, пофигу. Все равно никто не досматривает до этого момента. А если... Господи. Каноне Джагет Панзер. Сломался язык. Как он этот выглядит? Ё-моё. Я обращаюсь к немцам. Что вы курили? Да придумали, блин, это название просто. Не, у меня просто вопросик такой вот большой. Так, вспоминаем правила ведения боя. Так, вспомнить правила ведения боя для тяжелых танков. Так. Спасибо, деструктор. Я не понимаю, как ты выходишь. Ё-моё. Вот поэтому я особо... Тут кто-то... Боевую клапку. Давайте вкатываем. Простая катанная броня с наклоном и самая лучшая. Так и знал. Слава второй рикошет.
там застряли, ё-моё, я против деда третьего. Еще одного. Истак, спасибо. Ну что, погнали. Когда рядом с тобой ис, не про то, что тебя... тебя что-то сломается. Гегна бренд! На! Антлерс. Так. Рушан Шванен. Короче, я сейчас сдохну. Unser Munitionslager wurde getroffen. Fahrzeug zerstört. Ну все, заехал. Все равно бы я сдох. Ну, окей. Жалко. Тяжело. Ладно, погнали в рейтинговые бои. Нам нужно выполнить этот квест. Надо 18 боев сыграть. На тигре я хорошо играю, но... вот эти вот цифры, а точнее 8 уровень, меня пугают. И даже очень сильно. А Франкенштейн, про него я вообще не буду молчать. Он хоть и небольшого уровня, точнее моего тигра первого, но все равно, если он захочет... Знаете, что это будет делать? Это будет гейм. Надо уметь играть. Да. Опять игрушки. Вот она. А это сушка в него. Это невозможно. Джейпанзер! На! Бот!
richtig. Los geht's. Noch so einer und die sind fertig. Как тебя пробивать? Немецкий захватчик. Как тебе... А, вот я нашел. Галилео, Галилео. Рейтинговый бой затащен. Это было довольно легко. Ну, конечно. Это надо обязательно сделать, чтобы не расстраивались. Дальше. Так, они сильнее, но надо думать логически. Мы можем затащить, если сможем. Просто надо выбирать тех, которых легко пробивать. Ну, в принципе, логично. Блин, я шот. Давай, плюс шесть. Больно в ноге. Это видео будет коротким, но ладно. А с вами был Blitz & Kist. Всем удачи, всем пока-пока.